Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Мы купили две, ну как мы, Лариса купила две очень интересных муки, гречневую и муку из виноградных косточек. И просто не можем с вами не поделиться результатом. Это просто фантастика. И я вообще, ну вы же знаете, никогда в видео результат сначала не показываю. Результат всегда показываю в конце, чтобы интрига была. Но в данном случае мне хочется вам сразу же показать результат, какой фантастический хлеб у нас получился, а потом перейдем к рецепту. В результате сегодняшних действий у нас получится вот такой вот хлебушек. Он реально очень красивый снаружи, и сейчас покажу, какой он внутри. Посмотрите, какой этот хлеб потрясный на разрезе, и как он выглядит снаружи. Ну, он просто настолько мне понравился, у меня слов нету. Друзья, о вкусе я расскажу в дегустации. Итак, хлеб из гречневой муки будет в следующем видео, чуть-чуть попозже. А сегодня вот именно этот хлеб просто невероятный по аромату, невероятный по запаху и по своей структуре, по цвету. Ну, для меня это было, когда Лариса первый раз приготовила этот хлеб, у меня просто был, ну, чудо. Вот реально чудо. Так вот, сегодня готовим хлеб из муки из виноградных косточек. Ссылку на магазин, где Лариса покупала эту муку, найдете в описании видео. Итак, нам понадобится мука из виноградных косточек, мука пшеничная высшего сорта, количество всех ингредиентов на одну буханку хлеба, как всегда, и пошаговый рецепт будут в описании этого ролика. Также понадобится сахар, соль, хлебопекарские дрожжи, растительное масло. И вот эта штука, Лариса, это что? Семечки льна. Семечки льда. Вот такой вот, набор продуктов, друзья. Давайте приступим. В теплой водичке температурой 37 градусов размешиваем сахар и соль. Как-то было замечание, что дрожжи с солью плохо взаимодействуют, что соль подавляет дрожжи, и что надо вначале дрожжи разбраживать в сахаре, потом добавлять соль. Но в результате многочисленных опытов мы пришли к выводу, что, ну, глупости все это совершенно активно, совершенно одинаково бродит. И, друзья, также для ярых противников дрожжей этот хлеб можно совершенно спокойно приготовить на пшеничной закваске. Да, наверное, и на ржаной можно, правда? Да, ну, немножко вкус поменяется, ну, да. Но как бы... Рассыпаем дрожжи по поверхности теплой воды и даем им регидратироваться в течение 2-3 минут. После того, как дрожжи регидратировались, отправляем сюда семки льна и хорошенько перемешиваем. В этой емкости смешаем два вида муки. Причем вот интересно, мука из виноградных косточек совершенно нейтральная, ничем не пахнет. А хлеб получается настолько ароматный, настолько интересный на вкус. Ну, я же говорю, у меня просто был восторг. Просто восторг, когда первый раз, причем Лариса все это сделала втихаря, поставила. Да, ну и конечно, друзья, не забываем засыпать мукой абсолютно все, потому что для того, чтобы хлеб получился вкусный, в муке должно быть все. Кухня, ваш передник, ваши руки, ну, в общем, все находящееся вокруг должно быть в муке. Это обязательное условие для вкусного хлебушка. Начинаем потихонечку вводить муку в водичку и перемешивать. Ну и, конечно, не лишним будет сказать, что перед тем, как начинать работать с мукой, мы ее просеяли через сито, для того, чтобы никаких инородных предметов, хоть она и высшего сорта, никаких крупинок, чтобы у нас туда не попало. Я недавно начал, вот мне понравилось заниматься тестом. Раньше тестом у нас занималась исключительно Лариса. А вот последнее время мне пришлось приобщиться. Так, снимаю с Ларисой видео, а все говорят: вот Данила гад, Лариса все сделала, а он дегустирует. Пришлось мне, короче, пойти на такую хитрость. Теперь, чтобы самому дегустировать, я все делаю сам. А Лариса держит камеру и смеется. Когда тесто загустело, делаем вот такую вот операцию. Используем растительное масло, в первую очередь на руки, и начинаем его вымешивать. Вымешиваем достаточно долго, минут 5-7.
Естественно, все я показывать не буду. Я вот показал, что я начал вымешивать. Сейчас его вымешаю хорошенько и покажу вам конечный результат. Ну, друзья, достаточно такое мягкое тесто получилось, эластичное. Лепим из него колобок, который от бабушки ушел, от дедушки ушел. Накрываем пищевой пленкой и на первую расстойку на 40 минут при температуре 30 градусов. Если у вас в духовке нету функции расстойки, просто включите духовку на минуту-полторы на нагрев. После этого выключите и оставьте гореть лампочку. Это даст нужную температуру. Через 40 минут обомнем тесто. Вот таким вот образом. Хорошо подходит и очень вкусно пахнет. И, друзья, после того, как обомнем его, опять-таки слепим колобочек. Еще на час где-то подходить его оставим. Далее, друзья, нам надо сформировать саму буханку. Этому этапу я еще не научился и не буду вас мучить своими обучениями на видео. Это для нас сделает Лариса. Тесто у нас подошло второй раз. Досточку для работы с тестом смазываем растительным маслом. И вот таким вот образом обминаем. Далее формируем из теста вот такой вот калачик. Ну, это, собственно говоря, и будет наша буханочка хлеба. Краешки защипываем и заминаем. Шовчик тоже. Как Лариса ловко с этим справляется. Мне еще учиться и учиться. Я попробовал на предыдущем хлебе, и он у меня получился рагульный. На этом этапе по желанию можно посыпать наш хлеб отрубями, и также, если есть желание, можно сделать надрезы. Заготовку хлебушка перемещаем на противень, на котором он будет запекаться. Противень застелен тефлоновым ковриком с AliExpress. Если нету такого коврика, используйте пергамент для запекания. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 минут подходить. В результате должно получиться вот так. Хлебушек подошел и имеет вид красивой буханочки. Разогреваем духовку до 200 градусов. И запекаем хлебушек в духовке 30 минут. Включен верхний и нижний тен. Хлеб помещаем посередине духовки. Ну, собственно, все, никакой конвекции, просто два тена, верхний и нижний. Через 30 минут, друзья, покажем, что получилось. Через полчаса хлебушек готов. Извлекаем противень, выключаем духовку, чтобы она, зараза, нам не пищала. И для того, чтобы буханка хорошенько остыла и при этом не намокла, перекладываем ее на решетку. Можно сверху накрыть хлопчатобумажной салфеткой или полотенцем. Ждем полного остывания и дегустируем. Ну что, друзья, результат вы уже видели. Разрезаем наш хлеб. Второй раз разрез показывать не буду. Будем сразу же дегустировать. Но он действительно очень красивый. Итак, хлебушек с виноградной мукой. Имеет слегка розоватый оттенок, но что вообще очень необычно. И потрясающий аромат. Я его не передам, это надо попробовать. Просто вот попробовать, приготовить один раз такой хлеб. Друзья, я напоминаю, оставайтесь с нами, после этого будет еще гречневый хлеб, это отдельная песня. Эти два хлеба покорили мое сердце очень надолго. Но сейчас мы говорим о виноградном. Очень тонкий аромат, и вот где-то в глубине угадывается запах виноградного вина или виноградного сока. Вы себе не представляете, какой это кайф. Хрустящая корочка, действительно хрустящая. Ну и вкус, просто закачаешься. Лично я такого, до того, как это приготовила Лариса, не пробовал нигде. Хотя мы покупали очень много всяких таких вот крафтовых хлебов из маленьких хлебопекарен. Но это просто шедевр. Это хлеб всем хлебам. Попробуйте приготовить. Я уверен, что он надолго займет место на вашем столе и в вашем сердце. Друзья, если есть какие-то вопросы по рецепту, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. На все комментарии мы с Ларисой, естественно, ответим. Ну и лайкосики нам. Подписочку, колокольчики. А мы готовим для вас новое видео. Всего доброго, пока!